догадаться, мы находимся в пустыне Сахара. Это была шутка. На самом деле мы находимся в Венеции, которая загнивает без плодотворных усилий мэра Москвы Юрия Лужкова, который с радостью, как мы знаем, поменял бы здесь все эти ветхие жилища на современные новостройки с башенкой. Мы продолжаем наше путешествие по Европе. Мы были 2 дня в Риме, 2 дня в Венеции, дальше. Честно говоря, совершенно не хочется отсюда уезжать, потому что замечательное место, прохлада, несмотря на 30-градусную жару. Симпатичные дети окружают нас и гондолы с гондольерами. Венеция — это тот город, в котором обязательно нужно побывать. И если бы я не жил в Лионе, я бы с удовольствием жил бы в Венеции. Осталось уговорить руководство нашей компании перенести штаб-квартиру в этот город на Адриате. Мы находимся в автобусе. Это может быть не очевидно с первого взгляда, однако это так. А это справа от меня, если от вас, автобусная станция, на которой посадки пассажиры. За 6.50 можно совершить путешествие вокруг практически всего острова, на котором располагается Венеция. Поэтому не платите за гондолы. Если вы хотите покататься на гондоле, моего оператора очень смешно слово гондола.